Во вторник, 25 августа, состоялся первый матч в Люксембурге для юной русской теннисистки Марины Маргулис. Встреча спортсменок была запланирована на 9 утра, но метеоусловия внесли свои изменения. Проливной дождь отодвинул начало соревнований для юниоров по теннису, проходящих в городе Эш-Аль-Зет, на послеобеденное время. Но, несмотря на все волнения, матч все же состоялся. И первым противником Марины на люксембургском корте стала голландская теннисистка Лоис Джонсон. Поединок, который длился 2 часа, закончился уверенной победой Марины Маргулис. Соревнования в Люксембурге продолжаются. Уже 7 лет, как я в большом спорте. Занималась я у нас в парке Сокольники, в Москве, на Ширяевом поле, стадион «Спартак». Мы гуляли с мамой и папой мне в парке в нашем Сокольнике, мне было где-то 4 года. Я увидела, как тренируются девочки, мне очень понравилась их одежда. И я сказала маме, что я тоже хочу такую юбочку, как у тех девочек. Мама мне сказала, что в таких юбках тренируются только девочки, которые занимаются этим спортом, теннисом. Вот, я говорю, значит, я буду заниматься теннисом. Вот. Спортивная карьера, конечно, будет профессиональной. Я к этому стремлюсь. Я над этим работаю. Попасть на турнир большого шлема. Тренер родом из Оренбурга. Но сейчас она живет в Москве. Мы с ней тренируемся в школе РГУФК уже 2 года скоро. Да. Головко Татьяна Александровна. У меня самый чудесный тренер на свете. Аутом. Thank you.